под роликом про женщину, которая знала, что ее муж ей постоянно изменяет и все равно от него не ушла, некоторые комментаторы написали, что это мудрая женщина. Все мужчины моего поколения, с которыми я, так сказать, вращался в одних кругах, всегда имели любовниц. А некоторые даже имели детей от этих любовниц. И их жены об этом прекрасно знали. Конечно, они время от времени устраивали скандалы, некоторые даже пытались разобраться с любовницами своих мужей, но ни у одной даже не возникла мысль, чтобы уйти. Понятно, что бабе неприятно, когда мужчина, с которым она живет, кроме нее, трахает еще каких-то других баб. Но для нее это все равно лучше, чем остаться вообще без мужчины. А если вместе с мужчиной баба еще потеряет неплохой источник дохода и социальный статус, то, на мой взгляд, совершенно очевидно, какой выбор она сделает.